Приветствую вас. И обычно комплексы проявляются в первую очередь в неудовлетворенности, и во вторую, и третью очередь проявляются в агрессии и в нехарактерных для человека поступках и действиях. То есть, например, если ребенок ваш постоянно чем-то не удовлетворен, вы видите, что он недоволен, что он, ему не нравится, что это постоянно, что он капризничает, например, что он там постоянно претензии предъявляет, да, и так далее, и так далее, и так далее, то это вот первый признак. Второй признак — это агрессия, что соответствует, свидетельствует о наличии противоречий у ребенка. А третий — это не характерное поведение. То есть вот такие вот три аспекта, три ступени. То есть самая ранняя — это неудовлетворенность, ну и там, как правило, более поздняя, более глубокая ступень — это агрессия. И третья ступень — это именно вот нехарактерное поведение для человека. Именно так можно распознать комплексы у ребенка. Для того, чтобы их устранить, вам нужно с ребенком разговаривать и менять его искаженные понятия, искаженные неправильные понятия на понятия истинные, на понятия верные. И, по сути дела, ведь комплекс — это, по сути, неверные, ложные причинно-следственные связи. И избавление от комплексов — это разбитие этих связей, разбивание этих связей и формирование других истинных причинно-следственных связей. И так с ребенком вы можете работать. Если причиной комплекса стало переживание какого-то, и ребенок вам об этом рассказал, то вам, соответственно, нужно будет, чтобы ребенок проговорил это переживание. И если ребенок проговорит это переживание и будет делать это раз за разом, то подобных переживаний будет меньше. И эти переживания заставят комплекс уйти со временем. Но для этого выражать свои переживания ребенку нужно не один раз, а для этого нужно, чтобы между вами и ребенком были доверительные отношения. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что смог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!